Kalo na janati tava jananam. Kalo na janati tava samapanam. Drushto maya tava mahakarah yogeshwara kalakala. Yogeshwara kalakala. Все, кто сейчас с нами, пожалуйста, повторяйте после меня. Йога, йога, йогешварая. Bhuta bhuta bhuteshwaraya. Bhuta bhuta bhuteshwaraya. Kale kale kaleshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Yoga, yogeshwaraya. Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya. Kale kale kaleshwaraya. Kale kale kaleshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shambho, Shambho, Mahadevaya. Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya. Kale kale kaleshwaraya. Kale kale kaleshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shambho, Shambho, Mahadevaya.
Йога, йога, йогешварая. Бхута, бхута, бхутешварая. Кале, кале, калешварая. Шива, Шива, Сарвешварая. Шива, Шива, Сарвешварая. Шамбо, Шамбо, Махадевая. Йога, йога, йогешварая. Бхута, бхута, бхутешварая. Кале, кале, калешварая. Кале, кале, калешварая. Шива, Шива, Сарвешварая. Шамбо, Шамбо, Махадевая. Шамбо, Шамбо, Махадевая. Слегка приподнимите лицо кверху. Слегка приподнимите лицо кверху, глаза закрыты, удерживайте мягкое сосредоточение между бровями.
Пожалуйста, откройте глаза. Если бы я знал, что вирус может стать источником здравого смысла и осознанности в таком количестве, я бы дал вам вирус уже давно. Зачем мне тратить свое время, пытаться обучать вас такому количеству практик, чтобы сделать вас осознанными, разумными, столько всего? Я и не знал, что вирус может сделать все это. Это не повод для смеха. Но если вы потеряете способность смеяться, вирус от этого не исчезнет. Если вы станете смертельно серьезными, вы будете мертвы еще до смерти. Так что именно в такие времена, когда мы считаем, что наступил кризис, или мы предвидим наступление кризиса, или когда есть вероятность кризиса, кризис еще не наступил. Здесь, в Индии, он может начаться в любое время. К несчастью, некоторые страны он уже настиг. Именно в такое время имеет значение то, какой вы человек. Это имеет значение всегда. Но в обычное время определенным людям это может сойти с рук. Они могут притворяться. Но именно когда на нас обрушивается кризис, приобретает значение то, какой вы человек. Сейчас этот вирус, я уверен, все вы уже читали и слышали достаточно о нем. Я не буду углубляться во все детали его природы. Но самый главный аспект для всех нас заключается в том, что его переносят не комары, не мыши и не какие-то другие животные. Его переносим мы. Мы являемся переносчиками. Это проблема. Но в то же самое время это и преимущество, потому что мы — человеческие существа. Сейчас нужно решить для себя, мы — человеческие существа или животные. Если мы — человеческие существа, мы должны знать, какими нам быть. Если мы знаем, какими нам быть, следовать простым правилам, чтобы не передавать вирус от одного человека к другому и так далее, это очень даже возможно. Если же мы — животные, мы, конечно же, будем сидеть друг у друга на головах и превратим все это во всеобщий процесс. Может, вы агенты вируса? Так и есть. Я не шучу. Вы — агенты-переносчики. Сейчас, в то время как мы здесь сидим в этом зале, и многие из вас там, откуда вы к нам присоединились, все мы можем быть переносчиками вируса, не имея при этом никаких симптомов. Во многих из нас он может не найти никакого симптоматического проявления. У некоторых из нас могут проявиться слабые симптомы, у кого-то же тяжелые. Некоторые из нас могут умереть. Но в большинстве из нас он может не проявлять никаких симптомов и просто пройти для нас незаметно. Но мы можем передать его кому-то другому, чья жизнь может быть под угрозой, кому-то, кто гораздо более уязвим, чем мы. Вот почему. Это время для того, чтобы показать, что мы за люди. Во-первых, можете ли вы называться человеческим существом? Или вы просто животное? Вы — животное, подчиняющееся своим влечениям, или вы — осознанная сущность? Если вы — человеческая сущность, тогда самый главный аспект вас в том, что вы знаете, какими быть.
Если вы знаете, какими быть, тогда социальные взаимодействия будут происходить только в соответствии с вашим выбором. Если в них нет необходимости, вы можете просто быть сами по себе и замечательно проводить время. Но не делая ничего, вы можете ощутить невероятное удовлетворение, что вы сделали что-то замечательное для всего мира. Как вам такое? Никогда ранее у вас не было такой возможности. Я уже многие годы объясняю вам, как ничего не делать. Мне пришлось придумать различные инструменты, учения, методы, чтобы заставить вас посидеть несколько минут, ничего не делая. Но сейчас у вас есть это, ничего не делая. Вы совершаете великий вклад на благо всего мира. Служите своей стране, людям, человечеству, просто ничего не делая. У вас не будет другой такой возможности, так что воспользуйтесь этим по полной. Нет, я сейчас обращаюсь не к волонтерам в центре йоги Иша. Для вас у меня есть работа. Потому что в этих 22-27 деревнях неподалеку от центра живут почти 250 000 человек. Они могут не знать, как быть и что делать в том случае, если к ним придет вирус. Он еще не проник в сельскую Индию, так что это правильное время, чтобы мы могли отправиться туда и начать обучать их, как справиться с вирусом, если он достигнет сельской Индии. Определенно, что в Южной Индии он еще не попал к сельскому населению. Но в следующие 3-7 дней мы хотим убедиться, что каждый из жителей этих деревень знает, как справиться с этим, как поддерживать социальную дистанцию и личную дистанцию между людьми, которые вообще-то живут очень близко друг к другу. Так что мы отправимся туда и проведем с ними необходимую работу. О, нет, это же вирус. Как я могу что-то делать в такое время? Давайте построим стену вокруг центра и будем жить за ней. Нет, мы же не такие люди. Да? Мы не такие люди. Если будет необходимо, мы отправимся туда, где мы нужны, и сделаем то, что мы должны сделать. Сейчас установлено, что по большей части, не всегда, но в основном, наиболее уязвимы люди старше 60 лет, а также те, кто использует иммуноблокаторы в связи с определенными заболеваниями, а также те, кто прошли через трансплантацию органов, и младенцы до года. И мы должны убедиться, что эти слои населения защищены должным образом. Я хочу, чтобы вы взяли на себя следующее обязательство. Мы убедимся, что в следующие 12 месяцев, потому что мы считаем, что вирус может продолжать разыгрывать свою драму в течение этого срока. В следующие 12 месяцев ни один человек в наших семьях, ни один человек в центре йоги Иша, ни один из тех, кто принадлежит к этой уязвимой группе, что в это время не будет ни единого случая со смертельным исходом. Мы должны взять на себя такое обязательство и убедиться, что мы его выполним. Так что позже, сегодня вечером, мы пройдемся по всем аспектам. Что нужно делать, о чем нужно позаботиться, какую подготовку необходимо сделать и какие изменения ввести, чтобы убедиться, что эти люди находятся в безопасности. Те, кто принадлежит к более молодой группе, а также те, кто ложно заявляет о своей юности, мы будем отталкиваться от того, что вы говорите, потому что здесь работает принцип самоопределения. Это как комендантский час, за выполнением которого люди следят сами. Так что, если вам 60, но вы заявляете, что вам 30, мы поверим вам на слово. Сейчас мы проведем необходимую подготовку и внесем определенные изменения, чтобы убедиться, что наиболее уязвимые группы населения в безопасности. Это самое главное. Люди более молодого возраста переболеют с незначительными симптомами или, возможно, и с более тяжелыми, но они с легкостью справятся с этим при наличии своевременной медицинской помощи. Когда я говорю о своевременной медицинской помощи, если вы заражаетесь вирусом, то, как правило, первые 3-4 дня никаких признаков заражения нет. На 4-5 день может появиться небольшая температура.
Такую температуру уже нельзя игнорировать. А к шестому-седьмому дню у вас может начаться несильный кашель. К девятому-десятому дню у вас это может найти проявление в легких в виде пневмонии или еще хуже — фибромы. Но если к тому времени, как у вас поднимется небольшая температура, вы уже проходите лечение. Если вы находитесь в возрастной группе от года до 60 лет, то в 99% случаев вы поправитесь. В 99% случаев. Благодаря садхане и определенному вниманию к здоровью, что проявляется в том, как мы едим и какой образ жизни ведем, наша иммунная система, безусловно, лучше, чем у большинства людей, живущих в городах. Так что мы должны пройти через это без особых усилий. Но вам нужно понять, что не будет такого, что к одному человеку вирус придет, а к другому нет. Через 12-18 месяцев буквально каждый на планете получит этот вирус. Вопрос только в том, позволим ли мы ему стать серьезным бедствием, или же мы просто пройдем через все это, как если бы это был простой грипп. Это зависит от разных вещей, которые мы делаем. В течение следующих нескольких дней мы дадим рекомендации, что именно вам нужно делать ежедневно. Так что даже если мы подхватим вирус, то мы преодолеем это. Но мы должны защитить наиболее подверженную этому вирусу часть населения. Это сейчас самое важное. Поэтому мы будем двигаться в этом направлении. Не нужно паниковать. Нужно соблюдать меры предосторожности, а не паниковать. Прежде всего, есть достаточное количество научных данных, которые показывают, что если человек излучает радость и хорошее настроение, то его иммунная система всегда функционирует на более высоком уровне защиты, чем у тех, кто находится в депрессии и беспокоится о чем-то. Я хотел изобразить депрессию на своем лице, но мое лицо меня не слушается. Я думаю, что на следующей неделе у меня получится. Потому что считается, что если ситуация серьезная, то нужно стать смертельно серьезным. Ситуация серьезная, это необходимо понимать. Ситуация серьезная, но не нужно вам самим становиться серьезными. Вот что важно. Если я не серьезный, значит ли это, что я отношусь к этому легкомысленно? Нет. Я просто буду радостным, ответственным, здравомыслящим. Вот какими вам нужно быть, да? Радостный, здравомыслящий, ответственный человек может справляться с ситуациями гораздо лучше, чем те, кто чересчур серьезно все воспринимает. Особенно, когда вы паникуете, это вас парализует. Паника — это паралич. Тебя парализует, и ты думаешь, что справишься с этим лучше. Так не бывает. Очень важно, чтобы все ваши способности функционировали как надо, чтобы ваше тело и мозг функционировали и были способны сделать то, что требуется в данный момент, так, как это требуется. Вот что важнее всего. Поэтому мы создадим определенные условия в центре йогиши, чтобы поддержать вас. И я знаю, что многие люди будут волноваться об этом, но при должном медосмотре мы также сможем пригласить других медитаторов и волонтеров, приезжать сюда и жить здесь в течение 15 дней или месяца, чтобы они также преодолели этот период в самом безопасном месте из возможных. Мы же сделаем так, чтобы это было одним из самых безопасных мест, да? Для тех из вас, кто уже сейчас подумывает приехать сюда завтра утром, мы поместим вас в карантин на некоторое время. Но мы сделаем и карантин чем-то веселым. Карантин не означает сидеть с депрессивным лицом на больничной койке. Карантин просто нужен, чтобы убедиться, что вы не переносите вирус и не заразите им кого-то еще. Если к вам пришел вирус, давайте разберемся с ним внутри этого тела. Давайте не будем передавать его другим людям. Вот что это значит. И это по-настоящему замечательно, что в Индии, я знаю, что премьер-министр обратился к населению всего 2 дня назад. И то, как население страны откликнулось на его призыв, это просто замечательно. Ни одного человека на улице по всей стране. Это по-настоящему прекрасно, что присутствует столько осознанности и ответственности.
Если в каждой стране будет столько же ответственности и осознанности, если люди будут отвечать таким образом в каждой стране, мы справимся с вирусом. Это вообще не будет проблемой. Но если люди не будут придерживаться этого, тогда это не шутки. Если кривая станет очень крутой, если вершина поднимется вот так, то это будет настоящая катастрофа. Некоторые ученые и врачи говорят, что это может стереть с лица Земли 10% населения планеты. Мы не хотим, чтобы это произошло. Поэтому очень-очень важно, чтобы каждый из нас вел себя ответственно. Если мы будем взаимодействовать с кем-то, кто, возможно, болен, он может и не быть болен. У тебя там все хорошо? Но если кто-то выглядит больным, сразу же идите в клинику. Мы должны придерживаться такого протокола. И хочу, чтобы вы поняли, что это долгий путь. Он не закончится ни через 3, ни через 7, ни через 15 дней. В течение 15 дней мы попытаемся разорвать цикл и снизить уровень распространения вируса. Но это будет еще не конец. Многие ученые говорят, большинство ученых говорят, что это продлится от 12 до 18 месяцев, прежде чем организм научится справляться с вирусом. Прежде всего, я хочу, чтобы вы понимали, что вирус не хочет убить вас. Вы сами умираете. Потому что для вируса вы — среда обитания. Для вируса вы — дом. Ему нравится жить здесь. И, конечно, он хотел бы переехать и в другие дома, расширить свою территорию. Но он не хочет, чтобы вы умерли, потому что так пропадет целое тело. Так что у них нет намерения убивать. Просто если в вашем организме нет необходимых антител для борьбы, если ваша иммунная система не может ему противостоять, то, к сожалению, вы умрете. Так что именно из-за этого происходит смертельный исход. То, что нас сейчас заботит больше всего. Если бы это был простой грипп, нас бы это не волновало. Но случаи смерти, которые происходят по всему миру, уже достигли отметки почти в 9 тысяч человек. Ожидается, что в мировых масштабах эти цифры могут достичь нескольких миллионов. Необходимо соблюдать индивидуальную дистанцию, вести себя по-настоящему ответственно. Да, социальная дистанция, но мы закатим у себя дома или у себя в комнате вечеринку. Так не пойдет. Нужно соблюдать определенное расстояние. Вне зависимости от того, какая у нас работа, я хочу, чтобы все вы соблюдали дистанцию здесь, в центре. Мы хотим изменить многие шаблоны работы, которые уже существуют. Мы хотим рассредоточить людей как можно дальше друг от друга. Главное, чтобы вы соблюдали физическую дистанцию с другими людьми. Особенно это касается людей старше 60 лет, в том числе и меня. Когда еще у меня была такая привилегия? Так что мы можем сделать много чего. Первое — мы можем укрепить нашу систему, усилить садхану и духовный процесс. Есть много чего в центре йогиши, чему мы не могли уделить внимание, просто из-за того, что были в перелетах 7 дней в неделю последние 15 лет. Не было буквально ни дня, чтобы остановиться и уделить чему-то внимание. Так что я думаю, что настало время уделить внимание многим вещам, которые этого требуют. Так что давайте воспользуемся этим временем и выйдем из этой ситуации лучшими версиями себя. Это очень важно. Существует множество простых практик, о которых мы говорили. Мы говорили вам делать так, но вы делали вот так. Да? Все люди, которые сейчас смотрят меня в США, те из вас, кто столько раз спрашивали меня, «Садхгуру, где мои обнимашки?» Я проверил свои карманы. Там ничего нет. Это очень хороший жест. И не только из-за вируса. Это очень благоприятно, так как ненужные физические контакты — это плохо для духовного искателя. Потому что это создает определенную привязку на физическом уровне, что, в свою очередь, превращает что-то незначительное в сложную задачу. Незначительные вещи, которые вы могли бы легко преодолеть, дверной порог, в вашем восприятии превращается в стену.
Дверной порог, который вы могли бы легко перешагнуть, становится для вас высокой стеной, которую вам не преодолеть. Поэтому мы дадим вам определенный протокол и для всех вас, кто находится здесь, и для тех, кто сейчас у себя дома, где бы вы ни были. Если вы зарегистрируетесь в следующие 24 часа на садхану, мы будем проводить направленную садхану для вас. Неважно, в какой временной зоне вы находитесь, мы организуем для вас процесс направленной садханы по местному времени, чтобы вы понимали, как организовать свой день самостоятельно. И настолько, насколько это возможно, кроме тех случаев, когда это абсолютно необходимо, давайте отойдем от повседневной активности и разорвем этот порочный круг вируса. Этот вирус не может существовать в вашей системе вечно. Он нейтрализуется, если вы просто не распространяете его среди других людей. Это то, что мы должны сделать. Кажется, у нас есть немного времени. Думаю, мы должны ответить на один вопрос. Птицам придется подождать. Это ведь не птичий грипп. Дело тут касается нас. Намаскарам, садхгуру. Поступило много вопросов из социальных сетей. Первый вопрос от Кунала. Намаскарам, садхгуру. Это беспрецедентная ситуация. И в данный момент никто не понимает, что происходит. Не только в Индии, но и во всем мире. Как вы думаете, наступает конец света? Как-то раз. Стоят как-то два священника-квакера на улице с табличкой «Конец близок». Мимо них проезжает машина. Водитель, увидев табличку, высовывает голову из машины и кричит им: «Чокнутые фанатики!» Ну и много чего еще. Через несколько секунд они слышат визг шин и грохот аварии. Затем один квакер говорит другому: «Думаю, лучше было бы просто написать «Мост разрушен». Мы просто говорим, что необходимо вести себя ответственно. Это пройдет, но вам хочется кричать «Конец близок». Нет, конец не близок. Население планеты не будет стерто с лица Земли. Но к тому времени, как все это закончится, мы, как поколение людей, либо будем испытывать удовлетворение, что мы прошли через этот кризис достойно, либо мы будем стыдиться того, что действовали безответственно. И это стоило нам многих драгоценных жизней. Несомненно, без всякого сомнения, либо через 12 месяцев вы стыдливо опустите голову, либо будете идти с определенным чувством удовлетворения и значимости в вашей жизни, потому что, как поколение людей, мы преодолели это с минимальным ущербом для человечества. С одной из этих реалий вам придется иметь дело. Либо одно, либо другое. Мое желание и благословение, чтобы через 12 месяцев мы высоко держали головы. Давайте сделаем так, чтобы это произошло. У нас есть еще 2 минуты. Следующий вопрос от Супраджи. Намаскарам, садхгуру. Мой отец — врач, и ему 68 лет. Я понимаю, что он должен исполнить свой долг, но как дочь я очень беспокоюсь за его здоровье. Пожалуйста, помогите мне преодолеть этот страх. Сейчас важнее быть врачом, чем дочерью. Так что пусть обязанности врача превалируют над заботами дочери. Я ценю и понимаю ваше беспокойство, но очень важно, чтобы каждый был готов делать то, что он способен делать. Не то чтобы каждый медицинский работник заразится или пострадает. Необходимо проявлять достаточную осторожность. Забота должна исходить не только от медицинских работников, но и от пациентов и всех, кто к ним приходит, как они себя ведут,
Что они делают? Вы хотите держаться за своего врача только из-за опасения, что я могу заразиться. Это не выход. Важно, чтобы все вели себя ответственно. И особенно важно, чтобы мы не причиняли вред жизням тех, кто здесь, чтобы помогать нам. Ответственность каждого гражданина в том, чтобы не заражать безответственно медицинских работников, которые работают, чтобы помочь нам. И сейчас, сколько бы врачей у нас ни было, этого может быть недостаточно, если все немного выйдет из-под контроля. В таком случае спасение и защита врачей приобретают большую значимость. Пожалуйста, кем бы вы ни были, где бы вы ни были, убедитесь, что вы позаботились о благополучии врача и что ему оказана необходимая поддержка всеми возможными способами. Работа врачей сейчас очень важна. Мы снова встретимся с вами завтра в 6 часов вечера. Кроме ответов на вопросы, у нас будет график садханы, который будет доступен для всех желающих. Думаю, будет лучше, если вы зарегистрируетесь. Уже есть способ, как это сделать? Они подготовят план в ближайшие несколько часов. Если вы зарегистрируетесь, у нас будет для вас инструкция по садхане. Для тех, кто чувствует себя потерянным у себя дома. Как вам такое? Раньше люди говорили «дом, милый дом». Сейчас, когда мы говорим вам «две недели посидите дома», вы говорите, что это большая проблема. Я не знал, что это настолько ужасное место. Если это ужасное место, то пришло время превратить его в чудесное место. У вас есть 15 дней. Йога, йога, йогешварая. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Maha Shambho, Shambho, Mahadevaya. 5-6 июня впервые в России Садхгуру проведет программу «Внутренняя инженерия» с переводом на русский язык. Программа предлагает технологии, позволяющие создавать вашу жизнь такой, как вы хотите.